Привет всем зрителям канала Game Adventure, с вами Булкин. Продолжаем проходить GTA 5. Остановились мы на такой интересной развязочке, которая нам объяснила, кто лежит в гробу вместо Майкла. И, собственно, нам тут у нас теперь какие миссии-то доступны. Ну, буква D за нашего товарища Тревора. Поэтому я думаю, что мы сейчас туда и поедем. Потому что... Так. Единственное, что мы сейчас на... Вертолет почему-то не стоит здесь. Ну, мы рискнем. Я думаю, полетим на самолете. Во-первых, это будет быстрее. С другой стороны, это хрено. Что? Господи. Бля, эти романы. Позвонила. Угу. Вот очень важно. Просто. Господи, Патриция. Ну так вот, что я хотел сказать-то? Не знаю, где буду сажать этот самолет там. Сейчас будет очень рискованно. Если я умру, это будет плохо. Надо будет его где-то посадить немножко заранее, что ли. Где будет площадка там неподалеку. Вот. В общем, я думаю, что сейчас все идет к концовке, как вы видите. Хотя еще осталось 16, что ли, миссий или что такое. О, дождь пошел. Опять он идет непонятно откуда. Ну где облака-то? Вот реально. Почему здесь всегда слепой дождик? Почему не... Ладно. Странно немножко. Гроза тоже только один раз была. Почему-то. Сейчас рискнем, да, ребят? Или нет, я передумал. Да я просто убьюсь, я знаю себя. Поэтому не будем тратить время. Так. Где там вообще? Угу. Я думаю, что мы найдем дорогу. Место, точнее, где приземлиться. И на это очень надеюсь. Очень сильно надеюсь. Иначе будет плохо. Давайте потихоньку начинать приземляться, потому что нам уже... Вот после шоссе сейчас где-нибудь посадим его. Сказал после шоссе. Сказал после шоссе. Бля! Сука. Ёбаный урод. Ребят. Сами знаете, что писать. Слово начинается на букву Т. Заканчивается на букву D. Ну, только мне привлекают люди, которые пишут именно слово тайм-код, а не тайм-код. Тайм-код — это время, где... Ну, это для особо еще кто и не понял. Тайм-код, когда я говорю, это пишите это время, в котором... Ну, событие. Ну, например, вот там, не знаю, на 4.32 что-то произошло, вы пишете 4.32. Ну, это для особо отсталых, кто еще не понял, что такое тайм-код. Просто до сих пор пишут некоторые тайм-код. Отлично развернуться решил, чувак. А, там на меня напали нигеры какие-то. Вон там. За мной. Блять. Это было. Оказывается, ехали нигеры колонной на эскалейдах. А я их потревожил. Ну, слава богу, я от них отстал. Да, такие тупые. Ё-моё! Только один раз гроза была, сказал я тут, да, недавно? Чё, мы к Ламару, что ли? Ламарчик, привет. А как он разговаривает? Еще не достал телефон. Окей. А почему мы переключаемся на... Дайте угадаю, на Франклина. Угу. Я уже догадался. Ого. Как всегда, короче. На своей развалюхе. Ну, вы помните, да, что... Просто так... Эта машина в нормальном состоянии никогда не приезжает до места... Какого-то. Поэтому я уверен, что нас ждет еще... Что-то опасное, ужасное с этой машиной. И она приедет туда развалюхой уже. Ну ладно.
Не будем о плохом. Это было близко. Слушайте, ради не хочу слушать. Голова и так трещит. Ну так вот. Значит, сейчас будет угон тачки. Снова отклонение немножко от... Эх, от сюжетки. Мне бы уже быстрее хотелось разведочку. Ну ладно. Нет, конечно, я радуюсь, то, что я ищу дополнительный квест. Нормально, игра и очень длинная на самом деле. Ого! Займемся. Можно дорогу? Ё-моё. Ё-моё. Это ж круто. Смотрите, какая крутая тачка. Офигеть можно. Я все такое в гаражик засунул. Ну ладно. Ламар Кальмар, вы помните, как он тупил, да? Тебе, как он гонял эту машину? Ой. Слушай. Ничего страшного. Она и так в нормальном состоянии, отставь меня. Да, да, no problem, знаем мы тебя. Ого. А как отсюда вылезти? О. По-моему, это тоже миссия из трейлера. Сколько бы тачек у тебя не было, ты не меняешься. Сейчас на тачке будут выпадать на ходу. Кионик, о, самые дорогие. Две... Ё-моё! Чё, издеваешься, что ли? Ребят, нас ждет великое дальнобойное приключение. Надеюсь, по пути нам не попадут всякие уроды. Ну чё, мы их сейчас продадим, да? Я угадал? Кстати, подождите, она... Только не говорите, что моя тачка, которую я пригнал, она уже... Ну да, она починена, желтенькая. Да. Ну чё ведёт Тревор грузовик? Тут опасненько. Интересно, сколько нам денег тут дадут за это? Нам там копы не пристанут на шоссе где-нибудь? Мы чуть сейчас не сбили с вами этот. Тут очень близко до светофоров, я боюсь, что мы его заденем. Офигеть, это длинный путь. Он мне нравится. Майкл отмутился. Слушайте, ему лет 45 уже, он давно пора на покой уже. Да, сдох. Он сказал, что он что Майкл мертв. Слушай, Тревор такой вспыльчивый, вот все время вот. И может Майкл объяснить. Мне знаете, что самое? Я боюсь то, что мы перевернем. Он трахнул своего трахальщика? Это же прям фразочки Гро в 4 жизни. Да, кстати, с Убера-то что, больше нет дел? Our boy back from the day. And Michael killed him? Michael got him killed.
Да-да-да, конечно. Вообще-то подстрелили Брэда. Michael's current condition is unconfirmed. I said that. But if he was dead, you'd be cool because of this Brad dude who died whenever. Yes. Man, I thought you and Michael were tight. So did I. Okay, that makes a lot of fucking sense. Отличный разговор. Франклин спит, что ли, там сзади, да? А, он не за... А, дурак, чё ж ты поворачиваешь-то? Опасный пацан. Я чуть его сейчас не шиб с прицепом. Да, дорога от дорога. Симулятор дальнобойщика. Есть вот Витус первый? О, поехали. Как посреди огней вечерних фильмов машин мчится тихий огонек мой. Кто смотрел дальнобойщика в детстве, ставим пальцы вверх. Да, дружеских отношений. А! Столбики не сбил. Да, скорость, конечно, отличная. You got about all the necessary prerequisites for a fine career in Hollywood. No shame in that. If you don't want to get paid or enjoy human contact. Money's bullshit. So is friendship. Да, деньги херня. All right, all right. I see you still touching. What's Franklin doing over there? Oh, dude getting paid to sleep. Don't even worry about it. Sleep of innocence. Чуваку платят за то, что он спит. You work for him? He's a kind of figurehead. A puppet, if you like. With Devin West's hand up his ass. Right up to the end. That dude, real sexy. Ooh, he's repulsive. But well, once he's paid us, he can be whatever we want him to be. Ну да, кстати, он же там, по-моему, не заплатил ни разу. Someone who understands that all the money in the world can't save him from a nasty guy who thinks Я так и знал, вот так и знал, что у нас патруль захватит на шоссе. GB-700? Какой это GB-700? Чё делать? Не виляйте, подумайте о Франклине. Не виляйте, подумайте о Франклине. Вот это, конечно, фраза. Я просто не могу. Слушай, отстань от меня. Чё там зад наш бьется? Франклин, держись, пожалуйста, поворот. Франклин, пожалуйста, аккуратно. А то я знаю, как ты прыгаешь с машины Майкла. Было дело однажды. Когда спасали сынишку. Майкл, я подумаю о Майкле, ой, о Франклине и не буду вилять. Да, взяться по личному. Еще никаких доказательств нет, главное. Еще даже не остановился. Давай быстрее, GB700. Ой, угрозы копов эти. Франклин сейчас упадет и все. Может стоит опустить эту хрень-то, которую, по которой съезжать. Ибо сейчас я должен буду за Франклина играть. Ну, чтоб там... Но, и... Я так и знал. А, да-да-да. Именно вот так вот. О, да. L3, что сбро... Точняк. У меня же шипы есть. Я что-то не понял, что на мои шипы никто не наезжает? Слушай, я не понял, что за хрень? Что за... А! Идиот!
Вот это сейчас было красиво. Я идиот, я, у меня пушки спереди, я, а я думал, надо стрелять, типа, из этого. Слушайте, лучше отоедь. Да, какого хр... Я как идиот стрелял по этим. А... Я женщину-копу переехал. Вот это мне нравится, кстати, такие погони. Да какие... Да какой... Кто просил? Я просто хочу... Ого! Ого! Вот это авария, Голливуд прям отдыхает. Что? Что? Че, охереешь, что ли? Я как его мог сбросить-то заранее? Еще издевайся. Ладно. Как скажешь. Постараемся чуть сделать быстрее. Я просто не знал, что стрелять нужно из пушек, которые сверху-то. Я возьму GB7100. Yeah. Ну и откуда мы начинаем? Правильно. Копы лучшие. Обошлось без аварии. Не знаю, что он сразу там сдох за рулем. Идиот. Не остановлюсь. Буду стрелять. Ебать, чё же их выкидывает из машин-то? Да! Какая же тупая эта система, а? Понятно, если... Отвалить. А, у меня же этот доехал. И сдох сразу. Самое главное. На нах. Ух! Завертело, закрутило. На! А ты получишь у меня. О, Голливуд. Слушайте, я выкинул вас, идите уже. Мне это нравится, я себе такую тачку хочу. Нет, одна звезда осталась, типа. Чем меньше копов, да, типа, побольше их убивал, просто стряхнул их. Под... Молли? О, Молли, это хорошо. Мы же для нее тачки. Уйди, блин, тупой что ли? Ты хрен ли пристал-то ко мне? Там оленя сбили. Вон. Да ты видишь. Несколько раз не договорил. Чего тут этот урод делает? Ушел отсюда. Бесишь меня, прикрети. Уйди, блин, а? Че за дупой-то, а? Мудак какой-то, блин. Все, его шипы словил. Он обосрался от того, что шипы увидел. Кретин какой-то, блин. Вы видели, да, этот дебил? Ехал за нами, что-то не толкал, пытался толкнуть. А что-то там такое. Тачка смотреть припрыг. В мотель приехали. Спасибо. Ой, замерз я дома. Ну давайте, сейчас будет мясо, короче. Сейчас мы получим лотов. Много денег, и мы можем выпустить охрененную хрень. Нормально, что я так еду? Еще один мудак пристал. Слушай, надо их скряхивать нахер. Ебать его. Обосрался сразу. Все колеса прокололся. Вот и едь так. Ну еще раз, не хочешь наехать на шипы? Хотя ему какая... Разница. Я ставлю на встречке. О, как подло с моей стороны. Есть еще желающий? На. Хе-хе-хе-хе. Завиляло, закрутило. Ой! Мако! Эвакуатор тебе самому понадобится. Ой-ой-ой! Я засмотрелся. Отлично, набаловался. Мы, вот, мне кажется, после такого, что сейчас увидит Молли, когда ему пригоним тачки вот в таком виде. Красота. Да-да-да. Пораньше будет подстава. Где эта дура? Минусанул тачку, поцарапал эту. Как вам состояние, ребят? Приветик. Молли. Приветик. In light of the drama your efforts caused, we felt it was not perhaps the best idea for you two to be seen together for a while. Where's the money? Mr. Weston is one of the most brilliant investors the world has ever known. He's...
Опять кидал. But he's also rigorous in his research. Yeah, he may be rigorous. Look, let me be the first to tell you. He ain't gonna fall in love with your ass. Now where the fuck is my money? The best thing that could have happened to you in the situation has happened. He is going to hold your money, invest it in his alpha fund, and make the fund at a time as the transfer will not induce any undue attention. Which is a polite way of saying I'm getting robbed? Are you fucking kidding me? That is a short-sighted and frankly immature way of seeing things, Mr. Clark. Отлично. Boost car and pop motherfucker. Maturity is not really my fucking thing. Я заплачу. А где остальные? Ламар, Кальмар, Тревор, вы куда уехали-то с тачками? Пипец. Почему тут тачка этого, как его, Дэйва, или как его там делают? Мерзинца, да. Ой, ну что, ребятки, на этом закончился наша с вами серия. Ждите новых серий. Мы позвоним сейчас Лестеру, вон. Чё он нам скажет? Man, the contact he set me up with is holding out on the payment, dawg. Let's see, his phone is offline, his credit cards aren't active. Пизда Майку, короче. Last usage is for a flight to Поехали, Янкин, короче. There was a signal from his cell back in Los Santos, but now nothing. Damn, is he in the city, dawg? Shit, he could be Давайте in trouble. Доедем, Майку. I don't know, but it's worth speaking to Trevor. Most likely he was with him in the Midwest. Да ничего Тревор не скажет. Shit, all right, homie. Look, send him to my aunt's crib, all right? Окей. Ну что, это в следующей серии будет. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и до следующей серии.